Не збавляємо обертів, адже нам час вирушати у мандри. На нас чекають Алазанська долина і дивне місто Сігнагі – місто кохання. А знаєте, як буде кохання грузинською? Сікварулі. Правда красиво? Тож подорож вражаючою Грузією триває. Красивых видов, что можно фотографировать буквально все и с любой точки. Это родина вина и настоящих грузинских застолий. Я в Кахети, а вам доброе утро. Кахетия – край, в котором растут сотни, тысячи, да нет, кажется, еще больше виноградников. И производят самое вкусное в Грузии вино. Здесь гостю относятся как к посланнику Бога, а древние монастыри хранят главные святыни страны. Сігнагі – это узкие мощеные улочки, это домишки под красными черепичными крышами. Ну и, конечно, бескрайняя Алазанская долина. Сігнагі – совсем небольшой городок. В нем проживает около 2000 человек. Так получается, что все здесь каким-то образом родственники. А еще в Сігнагі находится самая большая в Грузии крепость – 28 башен. Ух! Праздник. В Сігнагі сьогодні відмічають День національного іскусства. І по цьому поводу в центрі великий концерт. У нас многие считают, что в Грузии танцуют лезгинку. На самом деле это не так. Лезгинку танцуют лезгины. А в Грузии есть много своих национальных танцев. Рачули, сванури, ачарули. Вообще-то в каждом регионе свой. А здесь, в Кахетии, танцуют кахури. Вот это, например, рачули. Сігнагі – город влюбленных. Здесь, как в Лас-Вегасе, ЗАГС работает круглосуточно. Я еще даже не знала, как мне повезло. В этот вечер двое влюбленных, Федор и Мако, после 5 лет совместной жизни, решили расписаться здесь, в городе любви. Граждане Украины тоже могут расписаться в Сігнагі в любой день, кроме понедельника. Что для этого нужно? Да только жених, невеста, два свидетеля, паспорта и кольца. Кстати, церемония бракосочетания вам обойдется всего лишь в 50 грузинских лари. Это где-то 800 гривен. Но поверьте, этот день вы не забудете никогда. Ой, вы такие красивые. Простите, я зашла случайно. Никогда не была на грузинской свадьбе, но и ни слова не поняла. Но, по-моему, это так же трогательно во всем мире. Я желаю вам быть в согласии, быть друг другу верными, быть счастливыми, быть здоровыми, иметь много-много-много детей. Вы очень красивые. Ой, как классно. Да, ну теперь мне надо передать их вам. Пройдемте с нами в ресторан, там и передадите. Ну, раз пригласили, отказываться нельзя. Будьте счастливы, живите, здравствуйте, дай Бог вам здоровья. Там летите духом, стерлисмат, калмар, тёс, калмар, тёс! Смотрите дальше.
Целебный источник Святой Нино. И как приготовить главное грузинское лакомство – чурчхеллу.